Друзья, сегодня у нас в гостях лидер и основатель группы Карбит. Через точки, да, Витя? Естественно. Агга. Расскажи мне расшифровку группы Карбит. Это же аббревиатура какая-то, да? Естественно, крематорий, адская реабилитация безобразно искаженного трупа. Пели мы только об извращениях. Агга, расскажите, пожалуйста, об основании вашей группы. В основании все было это со стаканом. Мы просто обожрались. Кстати, единственный из нашей команды умею играть на гитаре только я. А остальные так басота пьяница. Кто конкретно? Кто конкретно? Кто конкретно там был вообще? Владик Ёптогрушевский, Виталий Бух. Ну, вся басота, неужели ты не знаешь, Виталий? Ну, сколько альбомов выпустила вообще ваша группа? Наша группа просто бухала и рычала. Альбомов у нас как таковых нет. Они, в принципе, и нахер не нужны. Есть ли планы на будущее у группы Карбит? Пить, жрать и мастурбировать. Пить, жрать и мастурбировать. Пить, жрать и мастурбировать. Пить, жрать и мастурбировать. Сейчас Агга специально для программы «Коррупция» исполнит песню «Дембеля». Дембеля! 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 Это был Витя Агга специально для программы «Коррупция».